Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1440. События дня. Псалом 68:2. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 22 ноября 2019 года. Эпиграфом взятый Псалом 68. Нужно просчитать. Мне трудно считать, что-то простыл или что. Медленно просчитайте. Я буду останавливаться. А вы курсором задержите текст. Считайте. Я его считаю, потому что он ко мне относится. Как будто я это написал. И вот обращение за помощью. Игорь Александрович, Воробаш, комбайн бы достать. Ее не купишь, он там несколько миллионов стоит. Тут кто-то сколько-то послал, говорит, я 1000 вам послал. Ну, 1000 это хорошо, а другой 500. И 500 хорошо. Ну, а мне благодарность даже не прислали. Ну, значит, некогда было. Он и счет этот не проверяет. Явно дело, глянет он. Может быть, 5000 прислали уже. Ну, 5 миллионов и 5 тысяч. Ну, что там говорит? В 1000 раз меньше. 1000. Вот так обращение. Показать, где расчетный счет. Все, записывайте. Вот так. Медленно провожу, чтобы можно было просчитать, какие события. Занимаемся сейчас вопросами и ответами. Помогают уже 3 человека, может быть, даже 4 начинает. Это Вячеслав Семенов, Сергей Пупков, с двух сторон идут 2, Виталий Калиников, 3. Гладыщук и Лена. Вот о важности. Считает важным это тяжелый металл, там вот эта музыка, бесовщина, рок-группа. Металл, музыка из преисподней. Бесноватая. Да. Я потом покажу. Тут кое-что можно было бы показать, чем занимаются вопросами. Вопросы большие на нашем сайте. Но они большие, как
по одному решили выставлять файлы. Вот так. Существуют ли бесы? Это ролик такой, наверное. Постараюсь скрыть, показать. Видишь, какой? Бесы существуют? Вопрос. Вот Вячеслав с Екатериной. Книги у него. Ну, что скажешь? Вот там говорили о рок-музыке. Я сейчас дать мог бы. Вот Савченко Виктор. Тишина музыка. Коломана. А может быть и нету тут. Пресета. Даже не найду здесь, наверное. Нету, наверное. Тут много нету чего. Виктор Николаевич напевал их. А вот слова. Музыка есть, нет? Нет, а тишина и музыка ПРСТ нету. Нету, значит, нету. Холодно вчера было, хотя маленько полегче уже. Кормлю птичек. И больше ничего такого и не было. Занятие было, по занятию тут. Батюшка должен был приехать. Тогда все, пока.